Друзья, в последнее время на дорогах появилось очень много женщин за рулем. А на нашей родной земле они еще и таксуют. Слушай, походу у тебя ремень этот ГРМ на зуб перескочил, да, поэтому движок и подтраивает. А так вообще я в велосипедах не разбираюсь. Здрасте. Свободны? 1000. Аэропорт 300. Поехали. Чё-то стекла запотели, чё, пьяненькая? Нет. Я, что ли? Хочешь анекдот расскажу? Нет, спасибо. Ну, как хочешь. А я, прикинь, сегодня на вызов приезжаю, а из подъезда выходит немец, француз и русский, а король им говорит, кто мою дочку? Да прекратите! Ага. А чё это вы проституткам сигналите? А чё, мне их давить, что ли? Женщина, следите за дорогой, пожалуйста. За дорогой пусть Собянин в Москве следит. Знаете, вообще очень интересно, как вы таксисткой стали. Ой, это очень смешная история, как вспоминаю, все время смеюсь. Да. Ага, утром, значит, проснулась, решила пойти в такси работать. И пошла. Странное у вас чувство юмора. Женщина! Свернули. Сейчас человечков заберем одни. Каких еще человечков? Давай, поехали, поехали, поехали. Ты рот закрой, закрой рот. Все, тормози. Хлеба домой купи. Так, знаете что? Высадите меня прямо здесь. Ага, 1300. Как, я же сказала 300. А я сказала 1000, и того 1300. Ладно.